самоотверженным трудом военных медиков были возвращены в строй более 72% раненых и около 90% больных бойцов. 115 тысяч военно-медицинских работников награждены орденами. 43 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Неправда. Друг не умирает. Лишь рядом быть перестает. Он кровь с тобой не разделяет. Из фляги своей не пьет. Константин Симонов,